стоит наша машина, еще груженная кукурузой и фасолью. И после того, как собрание закончится, мы предоставим эту еду драгоценным нашим сестрам и маленьким-маленьким братьям там. Да, здесь был мальчик один, у которого был очень сильный нарост на лице. Jesus, your healing power, your blessed power, Lord. We pray for this blessing in her body, Lord. Restore everything what she desires in the name of Jesus Christ. I also pray for this sister, Lord, bless her. Bless her and heal her in the name of Jesus Christ. Bless this little one, Lord, that he is going to be strong and victorious. In the name of Jesus. I bless my dear sister as well, Lord. It's in the name of Jesus. I pray for your healing power to come and bless her, to restore her in the name of Jesus Christ. I pray for this little one, Lord. May she be a blessing of joy, Father, to her parents. In the name of Jesus Christ. I pray for my dear sister, Lord, that you can touch her, that you can restore her body, Lord, in the name of Jesus. I release the power of God, God. And dear
Father, Holy Spirit, I pray that the power of yours can heal my sister in the name of Jesus Christ. Bless her in the name of Jesus. Father, and in the name of Jesus, I pray for this little boy. I pray for your healing power to touch him. In the name of Jesus, and I rebuke right now. Во имя Иисуса я благословляю моего брата. Он громко парменесен засохнут этой опухоли и отпасть от него во имя Иисуса. Я благословляю сейчас, Господи. Мы знаем, Господь, что ты можешь сделать чудо. И пусть это чудо принадлежит этой, Господи, деревне. Пусть это чудо поднимет твое имя великое. Ну что, выгрузили мы нашим друзьям, нашим братьям во Христе фасоль, кукурузу. Дальше они уже все это перемолят и сделают себе вкусную, сытную кенийскую еду. Из кукурузы они делают угали. Это абсолютно безвкусная еда, но она дает очень долго сытость. И от маленькой чашки в буквальном смысле можно поесть и надолго перебить ощущение голода, по крайней мере, и поддержать жизнь. Так что кукурузная мука, конечно, для Кении это наиценнейшая штука. Они даже не так хорошо хотят рис кушать, чем вот именно кукурузную муку, чем угали, потому что от риса нет такого насыщения. Ну что, прощаемся мы с нашими родными во Христе Иисусе. И пусть их Бог благословит, и эта церковь вырастет, умножится. И пусть в этой пустыне больше людей познают Иисуса как своего Господа.